Чуть там право и взгорят. Руслан Юсуфов. Народу немного. Что за мероприятие? Непонятно. Так, я опоздал на 20 минут. Я чувствую, что еще даже ничего не началось. Программа по развитию продукта технологических компаний. Винный маркет, ВР и так далее. Mail.ru для цифровой трансформации. Что-то там рассказывают. Народу не очень много. Комодизация технологий. Комодити. Ликвидный товар. Интересно. Ну, может быть. Стульчики, кресла. Прикольно. Космическое агентство «Просто космос» представляет вашему вниманию туры в Центр подготовки космонавтов, экскурсии Центр управления полетами, ракетно-космическая корпорация «Энергия», образовательные программы для школьников и студентов. «Космос — это мой». «Просто космос». Ну, прикольно. Канал есть такой на Ютубе, если это про то. Про «Просто космос». Так. Там что-то кто-то говорит, наверное, началось. Там часто с получасовой задержкой начинается. Красота какая. Похоже, что это вообще четкая классная фотография. И вот, если не ошибаюсь, вот здесь мы, вот здесь вон там станция, вон она есть. Так, тут котлован, тут куб, гиперкуб, трапеция, дорога. Вот, раньше и не было. Тут куча домов понастроено. Так, и так, заезд. Так, интересно. Ладно, здесь что-то еще построено. Тут, а тут будет еще какое-то кольцо. А сейчас его, сейчас там пустырь. Окей. Будем знать. Так, ну чё. На этажом ниже, там есть столовая. Да, можно попасть, по-моему, вон там в конце. Там гардероб. Внизу, если не ошибаюсь. Или попасть можно через здесь. Коворкинг. Мягкий. Пенополиуретан. Инновационная мебель. Это же классная мебель. Что-то про трансформацию Mail.ru. Корпоративная облачная платформа. Автоматизация, она нужна всегда. Корпоративная облачная платформа. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Весь вопрос в том, кому это принадлежит, права собственности. Не продавать не товар, я должен продавать идею, я должен продавать будущее, я должен продавать фотографию, счастье, свет.
Поэтому вот мы надеемся, что правильная еще энергетика, очень, которая сюда заходит с вами, она вот всем нам очень поможет. Мы любого, кто приглашаем сюда, мы спрашиваем, ну, что ты принесешь сюда? Не-не, подожди, ну вот понятно, так, квадратные метры, сколько-то там каких-то проектов, но вот что ты принесешь, чем ты порадуешься к остальным? Вот большая коммунальная квартира здесь. У нас вот очень важно, чтобы вот этот вот дух, правильный дух, на кухне нам посидеть, у нас там бар есть внизу, или что-нибудь формально друг другу рассказать, но что обязательно каждый что-то приносил. Вот поэтому вот с очень большим удушевлением надеемся, что еще одним жителем коммунальной квартиры Сколково стало больше, но вместе стало еще лучше. Спасибо. Спасибо, Константин. Я тоже думал, как правильно рассказать, что здесь будет происходить. Я несколько еще вещей оставлю на наше мероприятие в спортзале «Матрешка», в пирамидальном зиккурате, красивейшие косые лифты, обязательно туда приходите. Я сформулировал так ценностное предложение от нашего совместного Сколково Энвейс блокчейн-центра. Это первый центр, похоже, в мире, где его можно будет потрогать. Потому что предыдущие виртуальные офисы не позволяли в полной мере насладиться, разобраться до конца, что же можно делать с этой замечательной технологией. Уже цифровая экономика, карты готовы, миллиарды какие-то нужны государства. Международные корпорации инвестируют миллиарды. И так стеклось, так случилось, что на протяжении 3 лет мы шли навстречу друг другу. И сегодня мы хотим символическую эту ленточку разрезать. Константин, Александр. Сначала нас не пускают, правильно. Я хочу пригласить стороны подписать соглашение о стратегическом партнерстве. Константин, пожалуйста, фотографируйте. Это исторический момент. Соглашение подписано. Ура! Аплодисменты. Здорово. Теперь давайте, самая торжественная часть. Вот здесь ножницы. Возьмите. Нужно блокчейн, ленточку, невозможно перерезать. Блокчейн – это не ленточка. Вот. Но здесь у вас есть эта возможность. Нужно отрезать здесь и здесь. Да. Торжественная часть завершена, благополучно. Теперь вас ждет экскурсия. Сейчас сюда подойдут экскурсоводы, поделят вас на 3 группы, раздадут наушники и разместят вас в шаттле. Экскурсия продлится примерно 20-30 минут. После этого вас привезут... А вот и экскурсоводы, пожалуйста. После этого вас привезут в Матрешку, и у нас будет Порше. Получается, что закончилась формальная часть, теперь будет торжественная часть прощаться. Видите, как у нас. А поднимите руки, кто никогда не был на экскурсии в Сколково. Вот по городу, кто не катался. Прекрасно, сейчас мы угадали свою историю. А кто был, давайте тогда проще, кто был на экскурсии? 2 человека, экскурсовод и вы, молодой человек. Раз уж приехал хоть на экскурсию, я думал, здесь что-то будет интересное. Будут рассказывать про Waves, про программирование, но
здесь только торжественная часть. Ну, в принципе, было ожидаемо. Ну, поздравляем. Теперь блокчейна в России стало больше.